Всем привет, мои дорогие! Сегодня 9 мая, и я поздравляю вас всех с праздником. С праздником Победы! Это очень тяжелый день для меня. В этот день я отчетливо, сильно вспоминаю своего деда. Если у вас еще остались деды, они живы и здоровы, которые воевали, к сожалению, у моего деда уже нет 20 лет. Я вспоминаю, и мне очень больно в этот день. Я желаю вам всем здоровья. Пусть эти небольшие цветочки обрадуют вашу душу. С Днем Победы!